Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. У Керима Бюрсина на уме была только Ханде Эрчел. Ее отношения с Хаканом Сабанджи ранили сердце Керима, но он не смог вырвать эту любовь из своего сердца. Он знал, что больше не может сдерживать свои чувства. Той ночью он решил собраться всей семьей и открыто выразить свои чувства. За ужином, когда Керим сидел за столом со своей семьей, воздух был тяжелым и тихим. Пока все были заняты едой, Керим глубоко вздохнул и начал говорить. «Мама, папа, я хочу вам сказать кое-что важное», — сказал он, не отводя взгляда. Его семья удивленно посмотрела на него. Его мать сказала: «Что такое, сынок? Что делает тебя таким серьезным?» — спросил. Керим продолжил, пытаясь держать свои эмоции под контролем. «Я люблю Ханде. Я хочу выйти за него замуж. Ханде должна стать моей женой, и я хочу, чтобы вы это приняли», — сказал он, подчеркивая решимость в голосе. Его мать была шокирована этими словами. Но у Керима Ханде отношения с Хаканом Сабанджи. «Ситуация очень сложная», — обеспокоенно сказал он. Керим посмотрел матери в глаза и сказал: «Я знаю, мама. Но Ханде для меня важнее всего. Я должен слушать свое сердце. Ее отношения с Хаканом не меняют моей любви к ней. Ханде должна стать моей женой, и ты должен это принять», — сказал он. Молча выслушав Керима, его отец торжественно заговорил: «Керим, мы хотим твоего счастья. Но у Ханде есть и свои собственные решения. Вместо того, чтобы форсировать эту ситуацию, вам следует проявить терпение», — сказал он. Керим некоторое время молчал, думая о словах отца. Затем он сказал: «Ты прав, папа, но я не могу больше тратить время на ожидание решения Ханде. Я поговорю с ним и ясно выскажу свои чувства. Может быть, это определит наше будущее», — сказал он. На следующий день он назначил встречу с Керимом Ханде. Когда Ханде заметила серьезность и решительность Керима, она с любопытством стала ждать, что он скажет. «Ханде, я люблю тебя и мечтаю о будущем с тобой. Я уважаю твои отношения с Хаканом, но мое сердце с тобой. Я также сказал своей семье, что хочу, чтобы ты стала моей женой», — сказал Керим, глядя ей в глаза. Ханде глубоко вздохнула и посмотрела на Керима. «Керим, наша с тобой дружба очень ценна для меня. Но теперь у меня есть отношения с Хаканом, и я тоже испытываю к нему чувства. Нелегко сразу изменить эту ситуацию», — сказал он. Керим понял слова Ханде. «Я просто хотел, чтобы ты знал, Ханде. Что бы вы ни решили, я всегда поддержу вас и буду с вами», — сказал он. Этот искренний разговор между Керимом и Ханде в тот день оставил глубокий след в их сердцах. Керим будет продолжать терпеливо ждать решения Ханде, а Ханде найдет правильный путь, прислушиваясь к своему сердцу. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.